Добрый день, дорогие друзья! У нас состоялась в эту субботу очередная поездка в Панаим. Ребята нас были очень рады видеть. И первое, что мы делали, Наташа для них подготовила мастер-класс по посадке. Они с удовольствием принимали участие, садили. Значит, у нас занимались посадкой лука, петрушки, укропа. Даже садили огурцы. Посмотрим, конечно, по итогу, что из этого выйдет. Рассказали, как ухаживать. Объяснили все, как поливать. Напоминаем также им. О поливе, конечно, уже поступают звонки, что они поливают. В общем, ребята ухаживают за саженцами. Потом, когда что-то у них вырастет, мы вам обязательно покажем этот процесс. Также, конечно же, мы провели время в общении. Это самое основное, для чего мы приезжаем, сказать о Боге и пообщаться с ребятами. Попели песни, посидели за столом, покушали. В общем, пообщались, провели очень хорошо время. Наша поездка удалась. Слава нашему Господу за все. Вот. Если вдруг вы хотите присоединиться, пишите. Или хотите оказать какую-то помощь, пишите. Возможности на самом деле очень много в помощи. Поэтому будем рады любой помощи. В заключение хочу сказать всем огромное спасибо, кто ездит со мной, кто оказывает какую-то финансовую помощь. Спасибо вам всем большое за это. Ваш труд не напрасен. Слава Господу за все. Будьте благословенны.